Порядок на АМАП «Забайкальск» будет наведен не раньше сентября. Об этом сообщил вице-премьер краевого правительства Андрей Кефер 10 июля в эфире телеканала ГТРК. Напомним, на международном автомобильном пограничном переходе на протяжении длительного времени существуют проблемы с пересечением границы грузовыми автомобилями по направлению Россия-Китай. Временами очередь достигает тысячи машин, при этом контролируют ее постоянно возникающие некие группы общественников. Как сообщил Кефер, ситуация может быть решена только силами соответствующих федеральных структур. С его слов, федеральный Минтранс внес в Госдуму законопроект о регулировании порядка прохождения границы в Забайкальске. Напомним, что 3 мая этого года, выступая в эфире того же телеканала, Кефер заявил, что проблемой столпотворения грузовиков на МАП «Забайкальск» займется одна из федеральных структур, и что проблема с очередью из грузовиков на МАПе скоро будет урегулирована. Фонтан на Театральной площади превратился в гигантскую лужу. Об этом сообщили очевидцы корреспондентам «Запру». Вода не уходит. Видимо, система сброса засорилась, и теперь это болото нужно обходить по краям, рассказали жители Читы. Ранее сообщалось, что люди жалуются на канализационный запах в районе Театральной площади. По мнению очевидцев, источником запаха стал фонтан. 6 июля его закрывали на профилактику. Напомним, фонтан был построен в рамках реконструкции площади. Стоимость ее работ превысила 76 миллионов рублей. Ранее губернатор Александр Осипов заявлял, что Театральная площадь станет одним из самых интересных мест в России. Четверо подростков в ночь на 8 июля разгромили мавританскую беседку Нерчинского краеведческого музея в Забайкальском крае. Участковый полицейский начал проверку. Видеозапись с актом вандализма 9 числа опубликовали в сообществе во ВКонтакте музея. На кадрах видно, как подростки выломали несколько досок беседки в саду Даурского Версаля. Мавританскую беседку воссоздали в Нерчинске в 2020 году за 4 с лишним миллиона рублей. Ее реконструировали по сохранившимся фотографиям и эскизом. Всего в России осталось две таких беседки, вторая находится в Сочи. Мусор, собранный на субботниках в апреле студентами ЧГМА, до сих пор лежит на газонах по улице Горького. Об этом корреспондентам «Запру» сообщили очевидцы. В апреле студенты собрали сухие листья с газонов, прочий мусор, и до сих пор мешки лежат на газонах, их так никто и не убрал. Сейчас уже к ним стали сваливать свежий мусор. Центр города превращается в свалку, рассказали корреспондентам жильцы окрестных домов. В мэрии на данное сообщение заявили, что передадут эту информацию в единую дежурную диспетчерскую службу.